Вдоль Максима Горького, 41, развернулся осенний кермаш. Свой товар предлагают фермеры из разных уголков Синеокой. Килограмм картофеля, моркови, капусты, лука и свеклы стоят от 60 копеек до рубля 20. За болгарский перец просят больше. Есть красный, зеленый, желтый и даже смешанный. Огромный выбор и помидоров. Мы не занимаемся перекупством. У нас все свои фермерства. Вот, пожалуйста. Скажите, может, какой-то сорт определенный? Сорт? Чем он? Чем он отличается? Он вкусный, он лучше, чем у других, потому что он может храниться долго, он может в закаточной форме, то есть храниться хорошо в употреблении каждый день. Фруктов и ягод здесь тоже вдоволь. Гранат 6,50, виноград от 3,50. За белорусские яблоки просят всего 1,5 рубля. Осенний-зимний сезон сложно представить и без меда. Гречишный, липовый, майский, лесной. К нему сухофрукты. Представлен также широкий выбор мяса и хлебобулочных изделий. Кругом одни плюшки. Бери, не хочу. Есть и бесплатная доставка. Михалевскую картошку могут привезти в любую точку города, при условии, что заказ будет от 30 килограмм. Один обойдется в 65 копеек. Сорт «Королева Анна». За саженцами тоже сюда. Здесь покупателям предлагают как ягодные кустарники, так и хвойные растения для ландшафтного дизайна. Цены до 30 рублей. Очереди здесь выстраиваются каждые выходные. Вот видите, он даже у них вот картошка, видите, какая чистенькая, хорошая. Свекла красивая. Цены нормальные, я считаю. Потому что попробуй. Когда-то я сама выращивала, то знаю цену этого труда. Пришли сегодня купить кукурузы. Ребенок захотел сладкой. Ну и в основном частенько выходим. Каждые выходные вышли здесь рядом возле дома. Купили картошки, купили лука, моркови. То, что нужно к столу. Ждем эту ярмарку каждую осень, конечно. И радует, что она вот каждые выходные, практически 2 месяца, вот до ноября. Осенний кермаш работает с 9 до 15 по субботам и воскресеньям вплоть до 6 ноября. Покупателей ждут и на городских рынках на Дзержинского 4, Минской 123 и Карла Маркса 49. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.